продолжает свою работу микс-площадка «Тандаус Изде». Сегодня участники проекта смогли окунуться в таинство восточных единоборств. Встречу проводил серебряный чемпион мира по карате до 2019 года, мастер спорта Республики Казахстан, обладатель черного пояса Шадаев Ержан Рыспаевич. Ввиду многочисленных видов спорта, особое место по популярности у школьников занимает восточное единоборство, в частности, боевое искусство каратэ-до, которое направлено на физическое развитие, укрепление здоровья и достижение физического уровня, умение принимать самостоятельные решения. Процесс обучения каратэ позволяет приобрести навыки ориентирования в пространстве, способствует развитию мышления, координации движений, содействует формированию таких ценнейших качеств, как внимательность, самостоятельность, воспитание бойцовского характера. Развитие общественной активности учащихся способствует целостному развитию культуры личности, приучает к здоровому образу жизни, совершенствованию двигательных способностей. Exactly.